Азербайджан сделал и это. В Армении не станут удивляться, даже если завтра полиция Азербайджана будет проверять автомобили в центре Еревана. После того, как сотрудники азербайджанской полиции создали мобильный пост на трассе Гори-Скафан, можно ожидать их появления в ближайшее время в Хан-Кенди, а еще через определенное время в центре Еревана. Как передает Ахар Ас, таким мнением поделился армянский депутат Ваги Агапьян. По его словам, прямо рядом с Варатаном это Баргюшат. На основной трассе азербайджанская полиция создала контрольно-пропускной пост. По имеющейся у меня информации, они останавливают иранские грузовики, заставляют их платить таможенные пошлины, платить налоги. Как говорится, что и следовало ожидать, сказал армянский депутат. Салам. Документы. Инч? Документы. Ермели гавур. Инчи амар. Платный коммуникация. Пять, десять манат. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.